Привет, друзья! С вами профессор Антошка и моя юная помощница Амина. Класс! Со мной сидит самый настоящий профессор Антошка. Да, это я. Ты готова экспериментировать? Да. Ты готова химичить? Да. Ну что ж, тогда проведем настоящий химический опыт. Итак, видела ли ты когда-нибудь джина? В мультиках? Нет. А, да. В мультиках видела, а вживую? Нет. Нет. Ребят, его на самом деле практически никто не видел, кроме тех, кто не проводил эксперименты со мной. Итак, выпустим научного джина. Для этого возьмем прозрачный раствор. Возьмем и выльем небольшое количество нашей прозрачной жидкости в колбу. После этого возьмем калий марганцево-кислый. Марганцовка. Я тебе дам мерную ложку, но прежде всего насыплю в него небольшое количество марганцовки. Твоя задача выпрямить руку вперед, поднести к горлышку, аккуратно, не рассыпая. И когда я скажу «давай», высыпать всю марганцовку в нашу колбу и убрать руку. Быстро. Быстро. Договорились? Да. Итак, держи мерную ложечку. Я насыпаю небольшое количество марганцовки. Ну что, Амин, подноси. Давай. Сказал же, не рассыпай. Ты левша? Да. Да? То даже левой рукой нужно насыпать. Так, я тебе дам мерную ложку, держи, бери в левую ручку и насыплю небольшое количество марганцовки. Так, есть, подноси к колбе и высыпай. Вау, настоящий химический джин, круто? Да. Ну что, вот такие эксперименты можно проводить с нами. Ребята, а что же здесь была за жидкость? Это была не просто вода. Это был не уксус. Это был не спирт. Это была перекись водорода. Но не та, которая продается в аптеках, а насыщенная. 33-процентная. При взаимодействии с марганцовкой получается яркий, красивый эксперимент. Тебе понравилось? Да. Ну что ж. Химичьте и экспериментируйте вместе с нами, но, конечно же, под присмотром родителей. До новых встреч, друзья. Пока. Пока.